Сегодня в двух словах хочу рассказать вам о прекрасном материале новозеландском. Это мультиколоровый сливер Ромни. А чем он хорош? То есть сливер, он в такой мягкой, да, объемной ленте гребенной, без сильного натяжения. Его, эту ленту можно вот так вот развернуть. Она раскладывается как бы пополам, потом ее можно еще подтянуть. Я использую этот материал, я своим ученикам много раз говорила, для ламинирования поверхности из гладко окрашенной шерсти. Потому что если вы на белую раскладку, на первый слой, кладете вот такой вот красивый с переходами цвета сливер, у вас этот рисунок на белом или на черном точно так же, он совершенно точно останется, это будет очень красиво выглядеть. Можно делать, конечно, и обычную раскладку. Ромни уваливается очень легко, очень быстро. Ну и, конечно, что сказать. Пряжа из этих сливеров, из ромни, получается совершенно изумительная, потому что, ну вот, кажется, что пряжа появляется сама, ее и прясть особенно не надо. Материал действительно великолепный, причем ниточку можно делать и такую однонитку, и тупла, и в 3-4 раза скручивать, в зависимости от того, что вы в итоге хотите сделать. Вот такой вот замечательный материал. Он достаточно экономичный в использовании. А если вам нравятся маленькие наши минутки о войлоке, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь ссылками с друзьями. Мы всегда вам рады.